сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Приморскому краю пресекли противоправную деятельность 29-летнего уроженца одной из стран Средней Азии. Полицейскими зафиксированы факты сбыта наркотических средств бесконтактным способом путем оборудования тайников-закладок. При задержании в Партизанском районе правонарушитель оказал сопротивление и попытался скрыться на автомобиле Toyota Prius, но не справился с управлением. Автомашина съехала с проезжей части в кювет. Водитель выскочил из машины и попытался скрыться в лесу, но был задержан сотрудниками полиции. Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество из мест так называемых закладок в городах Артем, Находка и Партизанск не является героином. Следователями территориальных отделов полиции в отношении задержанного возбуждены 6 уголовных дел по статье «Приготовление к сбыту наркотических средств в значительном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Фигуранта заключили под стражу. Расследование продолжается.